Мы на месте, где еще недавно стояла известная горка Дедушки Славы. Она радовала не только местных жителей, сюда съезжались дети и родители со всего города. Теперь это лишь история. Сегодня горки уже нет. Борьба за горку Ледянку шла давно. Последние несколько лет поднимался вопрос о сносе горки местными бизнесменами. Также были недовольны некоторые люди, живущие по соседству. Все такие аттракционы должны быть безопасными для детей и взрослых. Ну и следующий аспект. Ну, это постоянное большое количество народа, которое приезжает пожарить шашлыки, употребить алкоголь, горы мусора, которые, в принципе, ну, никто потом не убирает. То есть жильцы, вот соседи все, выходят и наводят там порядок. Напомним, что Дедушка Слава, он же Вячеслав Замышляев, оборудовал знаменитую горку Ледянку, купил земли, насыпал холм, оборудовал ступеньки и установил фонарь. Каждую зиму он заливал горку водой, летом подстригал газон. С 97-го года у нас дед построил в 97-м году эту горку для своих внуков. А ну, приходили чужие детки, много, и дед решил эту горку сделать большой. Вот 25 лет существовала эта горка, радовала детишек, радовала родителей, радовала всех нас. По словам родственников Дедушки Славы, они не получали никакой материальной выгоды с горки, занимались ей как благотворительностью, радовались от того, что много людей получают удовольствие, катаясь на ней. Горку не снесли, а перенесли. Хотят перенести в другое место. Вот. Со мной все согласовали. Я дал разрешение, чтобы они это сделали. Собралась инициативная группа, которая хочет эту горку немного в другом месте разместить. Что именно стало причиной переноса горки, нам выяснить так и не удалось. По словам представителя инициативной группы, в ближайшее время будет проводиться подготовка горки в более безопасном месте. И это совсем недалеко. Поэтому люди не лишатся зимних забав и смогут приезжать на любимую горку. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.